Итак, ребят, всем привет. Вот Ян попросил снять видео. Я к нему звоню, консультируюсь. Короче, была проблема в том, что поменяли все ролики, натяжители. Все полностью поменяли, кроме шкива вот этого. Тут стоял шкив коленвала. Это Ford Mondeo 3 2.0 TDCI 115 конях. Сказал продавец, что как бы ну, шкив надо. Шкив новый, а все остальное надо менять. Но мы посмотрели, шкив действительно новый, тут как бы, ну это уже мы его коснули, когда в тисках зажимали, а так он полностью новый. Ну, производство Made in Испании, и все, как бы тут ничего нету. Мы, короче, все назад собрали, и как все, что было, так бы и осталось там. Вибрация, звук никуда не ушел. Мы сняли его, давай смотреть, что же не так. А он не демпферный, он просто вот тут резинка, как бы, и все, и больше ничего. Он, ну, не демпферный, это просто какая-то китайская подделка или что, я не знаю. Поехали на разборку, вот взяли шкив, и как бы он отличается. Вот это демпфер, который смещает, ну, вибрацию, или как, я не специалист сильно. И как бы видно, что он отличается кардинально. Вот, вот эта штука, видите, вот тут есть, которая ходит туда-сюда. И вот резиночка, вот видите, вот эта резиночка. И это центрующие, балансирующие отверстия или что, я не знаю. А здесь ничего нету, здесь тут только резинка и все, как бы. И тут больше, ну, ничего нету. Так что, когда покупаете запчасти, выбирайте хорошие запчасти. Вот так, чтобы потом два раза не разбирать.